Всем здорова, дорогие друзья! Проходим мы сегодня игру под названием Oakwood. Oakwood. Дубовый лес. Переводится так. Откуда я это знаю? Да, ХЗ, видимо, где-то слышал. Слышал, видел где-то. Вот. Давайте кликаем New Game. Я включал, там смотрел графику. Тормозит, не тормозит. Вот. Потому что что-то в этих отзывах там писалось про кривую оптимизацию, короче. Ну, не знаю, вроде как ничего не лагает. Так. Чё-то говорят. Немножко чайка. Я с чаечком, ты можешь сидеть с чем-нибудь другим. Так, короче, нам сказали вроде по рации, здесь все четко, красиво. Красиво, хорошо, прекрасно. Вот. Окей, мы в дубовом лесу. В дубовом лесу. Бабочки летают. Птички поют, все так хорошо. Так, июль 8, 2018 год. 2018 год, прикиньте. Центральный регион. Какой-то там. Не успел прочитать. Так. Окей, травушка. Дубовый лес. Дубовый лес такой уж и дубовый. И все здесь, по-моему, хорошо, если бы было здесь все херово. Монстришка бы вылез уже какой-нибудь давно. Вот. Press left shift to run. Мы уже знаем, как тут туранить. О, о! Дятел. Дятел как с молотка отбойного прохерачил в дерево. Окей. Так. Это, видимо, уже работа какого-то дятла. Законченная работа. Ну, давай. Use left mouse interact. Короче, интерактив. Окей, давай. Хей, Мади. Хей, Мади. Мади. Мади, блин. Так, что-то right track, just keep following the path. Что-то часть, can see you soon. Ксоксо. Ем ксоксо. Он, короче, ест какую-то ксоксо. Ксоксо. Ладно. Кому интересно, переводим там сами. Вот. Переводим сами. Можете в комментах писать. Так, смотри, две развилки. Сюда и сюда. Здесь тупик. Телепортация бабочек, видели, да? Они прям раздваиваются. Раздублируются. Вода. Озеро какое-то. Озерко. В принципе, все так добротно, да? Все так хорошо. Лес дубовый. Поют птицы. Все отлично. Так, смотри, ворота в Oakwood. Мы только пришли. Давай, убейся еще тут. Так. Окей. Так, пресс left mouse. Кей, короче. Кей. Кей, ключ. Может быть. Может здесь ключ. Может здесь ключ, говорит. Вон лежит. Нормально так. Бросили ключ. Не чтобы спрятать куда-нибудь, да? Или повесить какой-нибудь там домик построили. Или хотя бы на ворота вот здесь бы повесили. На крючочек. Нет, бросили в кусты. Нормально. Окей, смотри. Хижина.
Хижина, заборчик, дверь из локет. Ну, как всегда. Ладно, миссинг. Роберт Лаврайт. Какой-то, короче, пропал. Робот. Роберт Лаврайт. Что-то там... В 90-м году, что ли, он пропал? В июле 90-го года, нихера себе. Парк сервисес. Woodpine. Короче, непонятно. Короче, он пропал в далеком 90-м году. Прикиньте, а сейчас 2018 год. Охереть, сколько времени прошло, да? Ладно. Так, смотри, палатки. Палатки, здесь лагерь какой-то, да? Ну-ка. Рюкзак, записка. 7 июня. Лем что-то написал, короче. Я не знаю, что. Короче, по-любому он что-то написал, что здесь произошла какая-то херотень. Всех сожрали, наверное. Хотя, хрен знает. Смотри, палаточка неплохая, да, такая палаточка. А что за фирма? Декагон. Надо запомнить, может, себе приобрести тоже на рыбалку. Хоть я на рыбалку и не езжу, но... Пускай будет. Пускай будет, смотри. Сколько рюкзаков, да, почему нельзя не залезть, не полутать. Бинокль. Я бы бинокль бы с собой взял. Смотри, мафон. Хот-дог, бан. Короче, список припасов, список еды, наверное, всякие там. Хот-доги. Всякие. Плитка, смотри, электрическая здесь стоит. Очень хорошо они здесь расположились, но что-то им помешало, короче, отдыхать. Еще записка, что-то целая куча записок. Фон, МАДИ, ресепшн. Это, наверное, телефон ресепшена Оквуда, дубового леса. Но он что-то не до конца написан. Но я так думаю, там, наверное, 4-0. 4-0 в конце. Так, а эту записку мы поднимали. 5 хо-хо. Ксок-сок какой-то. Ладно, так. Что-то я тут накрутил. Не, нахер, может выключим игру? Мне эти крики уже не нравятся. Смотри, топор. Топор. Почему я не могу взять топор? Смотри, такой нехеровый топор. И я его не могу взять. Да. Ладно. Да давай ты еще, блин, с тех склонов убейся. Раньше времени. Смотри, мы умеем садиться. Мы умеем садиться, левый контр. Садиться и держать, кстати, не надо. Нажал, он сел и сидит. Пока ты не нажмешь еще раз. Смотри, толчок. Толчок мужской и женский толчок. Ну, пойдем в первую очередь в женский толчок. Так, смотри, записка сначала. Записка, tap water, что-то pumped. Water, water, я знаю, вода. Drinking, что-то пить. Food, что-то еда, формула какая-то. Понятно. Идем в женский толчок. Угу. Дверь, смотри, закрыта. Оп, а здесь пустой унитаз. Стекла разбиты, а унитаз пустой. А здесь вообще крышки унитаза нет. Идем в мужской, в женском ничего нет. Смотри, еще одна дверь. О, тотем. Какой-то тотем взяли. Какой-то взяли тотем. Стекла везде разбиты, что-то. Писсюары. Мужские писсюары. Ладно, окей. Движемся дальше. С горочки. Аккуратненько так, с горочки. А ноги-то у меня есть? Нет у меня ног. Ног у меня нет, можно не бояться, что я сломаю себе с этих уступов свои ступни. Смотри, водопады.
А, прогресс, смотри, сохранился, значит, что-то сейчас будет. Сейчас что-то будет. Так, погоди ты. Кто-то бегает. Хорош. Так, к кустам я не приближаюсь. Тут кто-то в кустах шуршит, короче, и бегает. Ни единой души, да? О, ты смотри. Охереть! Съели оленя! Или кто это? Что-то большое? Можно я за топором вернусь? Твою мать. Смотри, кровь. Сейчас будет жопа. Жопа. Жопа сейчас будет. Опа. А чё было-то? А чё произошло-то? Так, гади, смотри. Чё-то потемнело в глазах. Ни хрена, нас вырубило до ночи. Мы просто провалялись здесь. До ночи. А, нет, смотри. Или это ночь, или это что это? Это ночь или не ночь? Мы в фургоне, смотри. А прыгать-то мы не умеем, ё-моё. Нам даже через эту коробочку не пройти. Мы заперты. А, дверь. О, смотри, у нас свой фонарь. ПСФ убрать. Кто здесь? Кто здесь? Твою мать. Можно я сяду? О, ты смотри, пасть! Это динозавр! Охренеть! Тихо, тихо, тихо. Без резких движений, только ладно. Скрылся. Скрылся кожаный. Да хватит, ну. Он обходит, походу, да? Эй, кожаный. О! Погоди, это тиранозавр. Это тиранозавр. Если не двигаться, он нас не заметит. Это мы знаем из фильма. О, твою мать! Тихо ты! Надо было стоять на месте, короче, не двигаться. В фильме, помните этого? Спилберга. Парк Юрского периода. Там говорилось, что тиранозавры они не видят. Пока ты не двигаешься. Пресс F. Фонарь. Ладно. Пресс F. О, дверь открыта! Дверь открыта, валим. Пресс Лев. Control. Control. Смотри, тотем. А я же брал какой-то тотем, может, здесь что-то. У нас фонарик-то освещает? Что-то такое ощущение, как будто фонарик. А нет, смотри, что-то освещает. Мы играем за негра, что ли? Смотри, какая трубка коричневая. Окей. Заходим. О, короче, вот. Да, спрячемся здесь. Спрячемся в доме. Подальше от посторонних глаз. Да, запахло что-то Спилбергом. Спилбергом здесь запахло. Так, мы внутри. Мы внутри здания. Окей.
удочки. Любители рыбалок здесь. Короче, это лагерь, знаете, это пионерный лагерь, наверное, какой-то, да? Это какой-то, либо лагерь отдыха, да, скамейки, смотри, здесь байдарки, смотри, байдарочки, Оквуд лодж, лоджи Оквуда, окей, канистры, байдарки, не, неплохо, смотри, сколько фонариков, я бы взял вот этот фонарь, он более мощный, да, такой, ну, в принципе, ладно. И этого сойдет, батарейки все равно, видать, не кончаются, как бы. О! Смотри, можно открыть. Можно открыть, тут записули. Survival, фитнес, короче. А, это классы, наверное. Классы занятий, наверное. Еще одна, смотри, записка. Today Activis Pristag DVTM Rintods 10. Сокер. А, это тоже расписание, наверное. Футбол в 3 часа, да? Arts, Crafts. Час, что-то там. Понятно. Окей. Ящичек. О, смотри, еще один тотем. Еще тотем какой-то взяли. Все, больше здесь. Кто по костям? По костям играет. Слышал, да? Окей. Костяшками своим. Так, майн офис. Закрыто. Дверь из локет. Толчок. Мужской. А вон женский. Сходим. Женский. Окей. Не заколочено. Заколочена книжка. История. Люди. Что-то там. Ближе 89 год. Окей, история людей, наверное, каких-то там. Так, 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 погоди. Нормально, так смотри, заколотили. Типа спасет, знаешь. От тираннозавра-то. Да, да. Спасет просто на ура. Так, что-то доктор К. Латимир какой-то у нас что-то тут пишет. Ох, слишком много, короче. Переводите сами. Можете в комментах написать что-то коротко, о чем там пишут. Окей. Еще книжка. Календрикал. Что-то там ритуалы какие-то. 78-й год. Книга по ритуалам, что ли. Карта. О, дверь открыта. Дверь открыта. А, ну здесь, да. Тут мы были. Да иди ты давай. Прижался к стене. Окей. Ух ты. А, дверь блокирована с другой стороны. Какие царапины-то. Я даже не хочу туда заходить. Что-то туда пыталось пробиться, короче, да? Провалиться. Так, смотри, еще книга. Книга, что-то флора, наверное. А, флора и фауна, наверное, этого Оквуда. 84-й год. Окей. Ага. Ага, угу. Все нормально. Все здесь. Что-то шкафчики здесь. Так. Погоди, а вот эта дверь из локет. Эта дверь из локет. Идем сюда. Твою мать! Что за нахер? А, дорогая мама и папа. Чё-то, чё-то. Ерли. По скриптам спасибо. Кукис, спасибо за сладости, что ли? За крекеры. Ладно. Твою мать. Не пугай так больше. Не делай так больше. Смотри, рация, рация. Рация. Кровавленный рюкзак. Someone there.
Ключ. Че она там говорит? Что за мана-на-на? Я нихера не понял, что она там. Так, ключи, что, можем. Мы можем мы через эту дырку залезть, и могут к нам через эту дырку залезть. Здесь, видимо, уже кто-то залез. Так, ладно, валим. Так, ключ, ключ мы взяли. Ключ, я так полагаю, наверное, 100% от офиса. От майн офиса. Вот надо же, блин, промазал мимо двери. Окей, вообще, шикарно. Так, мы обзавелись. Так, дверь закрыта. А здесь тоже дверь закрыта. Мы обзавелись, короче, рацией. Окей. Забрались в офис. Так. Ящики ничего не открыть, что ли? Вот, смотри. Еще ящик. О, бумажка. Бумажка сентябрь 20-е, 90-е. Так, снова очень много, короче. Читаем сами, переводим. О, здесь еще больше. Возможно, в этих записках как бы объясняется и сюжет, и что здесь произошло, короче. Ну, блин. Если я буду это переводить, займет очень много времени. Смотри, ключ. Еще ключ. Так, а ключ от чего? Давай по порядку. А, ну, понятно. Сразу нашли дверь, которая ключ открывает. Ладно, это толчок. Это мужской толчок. Ну, чья-то кофта. Или что это? Или это полотенце? Или это плащ? Или это коврик половой? Непонятно. О, там кровище. Это кровище или нефть? Ладно. Тут вентиляции. Вызывайте МЧС, кто-то в вентиляции. Так, what do you think, Якобс? Якобс. Про кофе, что ли? Якобс. Friends, что-то... друзья, про друзей. Гризли. Like, гризли. Нравится гризли или люблю гризли? Понятно. Бир, там медведь, короче, что-то про медведя написано. Про медведя гризли. Понятно. Знаете, как обычно, знаете, по стандарту, да, там фильм, да, крысы, наверное, там вентиляции. На самом деле, это там не крысы, там не крысы, там динозавры ползают. По-любасу там динозавр не, знаете, не тиранозавр, а какой-нибудь маленький, да? Маленький, знаете, в этом парковском периоде были такие маленькие, короче, с этими, здесь открывались капюшоны, короче. Они плевались еще какой-то кислотой, что ли. Возможно, они. Возможно, они. Смотри, открыли женский туалет. Женский туалет, короче, здесь площадка баскетбольная, да? Давайте женский туалет посмотрим. I heard one of the counselors say Sandra. Какая-то Сандра, короче. Do you think she ran away? Не знаю. Чё-то она убежала куда-то. Или пропала, что ли. Опять нефть. Нефть и половик какой-то. Или что это? А, смотри, это штаны. Знаете, вельветовые штаны были такие. У меня, кстати, были такие вельветовые штаны. Или это пальто? А, какая хрен разница? Штаны и пальто, какая хрен разница? Так. Hey, Jody. Are you... что-то in the show какое-то. Дуэт. Что-то с дуэтом Sun Cat.
Короче, Кейт просит что-то там с дуэтом сделать с Джонни вместе. С каким-то с Джобом, с Джонни. Будет Джонни, ладно. Пускай дверь из Локет. Дверь из Локет. Валим, короче, из женского туалета. И давайте посмотрим. Баскетбольная площадка. Так, погоди. Какие-то призраки, что ли? Если бы здесь был динозавр, здесь был бы динозавр. Так, ладно. Это столовая, да? Столовая. Столовая. Что это? Столешница, плохо. Окей, столовая. О, я знаю, куда нам идти. Я знаю, куда нам идти и что нам делать. Нам надо лезть по вентиляции. По вентиляции, а здесь же вентиляция, как эта херня была. Я так смело иду. Прогрессы. Вот что-то сейчас будет. Туалетная бумага, смотрите, сразу стоит. Как раз все подготовлено. Да, даже не один рулон. Все подготовлено, сейчас будем срать. Блесна. Так, ладно. Окей. Окей. Хвост! Хвост! Ты видел хвост? Я видел хвост. А ты видел хвост? А, Стелла. Что там, двигайся. Двигайся тихо, типа. Не-не-не. Это типа, если бы у меня был включен фонарик, а я его просто на автомате выключил. Так, здесь нет. Там динозавр. Это он так нюхает или фапает? Что он делает? Окей, давай. Ой-ё, ты видал? Он так близко. Чё, никак? У него как-то отвлечь надо или чё? Посмотри, он ушел. А нет, он стоит. Это раптор. Это раптор. Что, только голову так наклоняет, а не выглядывает. И он стоит, он ничего не делает. Мне надо перебраться на ту сторону, короче, да? Мне его как-то отвлечь надо. Здесь можно что-то подобрать, может, кинуть? Опа-па-па! You dead. Он меня, короче, заметил. А как? А как мне? А как мне это сделать? Смотри, он опять стоит там. Его как-то отвлечь надо или что? Эй, чувак. Я тут. Может, с фонариком отвлечь его? Я здесь. Я тут и здесь, блин. Ладно. Погоди. Если я успею? А я просто тупо, смотри, я просто тупо пролез. Я просто смог пролезть. А он, смотри, видал, там на столе стоит.
А вот это все проще парень репа, еще и закрылось, смотри, все. Ништяк. А я-то что-то выдумывал тут. Прогрессы. Отлично. Окей. Мы его обошли, смотри. По ходу дела. Ладно. Я тебя понял. Так. Твою мать! Ран! Нет! Твою мать! Он прошел сквозь вентиляцию. Ты видел? Он сквозь стену прошел. А как? Куда? Мне что-то надо. Твою мать, куда бежать? Сюда. Рядом с ним дверь. А как мне? Что мне делать? Куда мне? Вот дверь. Беги, беги, беги. Давай, давай, давай. Сюда можно? Нормально. Блин, прикольно. Слушай, прикольная игра. Динозаврики. Кстати, да, очень давно. Я со времен Дина Кризиса, по-моему, с динозаврами не встречался, не играл. Так, да? Ладно. Чё? Он сморкнулся? Погоди. Сюда? Прогрессы. Отлично. Прогресс сейвит. Дверь или... Ну, отлично. Молодец. Тут какой-то вон щиток. Здесь тебе ничего не надо нажать. Отлично. А, вот дверь. Отлично. Чего, блин? Здесь кто-то есть? Помимо меня, или это динозавр со мной разговаривает? Твою мать. Нам похер, у нас есть фонарик. Может, веревку взять? Нет? Лампочки все полопались, короче. Здесь что-то помимо динозавров, здесь походу еще что-то какая-то херотень, да? Нет? Что-то голоса слышали, да? Голоса. Походу здесь угли добывали. Байдарки. Снова байдарки. Тихо. Чё за чертовщина, мать твою? Здесь происходит. Чего, косточки? Косточки. Вот затащили в дырочку маленькую. Короче, наверх, да? Не наверх. Я понял. Прогресс сейв. Так, женский туалет опять. Пускай не зайти. Опа! А, финт плейс хай. Спрячься куда-нибудь. Куда, блин? А, все. Не успел? Я не успел спрятаться, что ли? Я, короче, не успел спрятаться. Ладно, друзья, окей. А на этом давайте закончим. Ну вот сделаем такую интригу, вот. Продолжим в следующий раз. Игрушка прикольная. Мне заходит. Отлично просто. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. Пишем свое мнение в комментариях, комментируем обязательно просто. Не забываем об этом. И с вами был Валерий. Всем пока.